И вот в этих 12 главах мы находим, пожалуй, самое серьезное место, самую серьезную проблему толкования Ветхого Завета. Эта проблема настолько важна, что в книге Слово и мир об этом отдельная глава. Это Исаия, 7 глава, 14 стих. И знаете, если единство книги пророка Исаи — это главный внешний вопрос толкования книги, то один из главных внутренних вопросов толкования книги — это вопрос о том, кто же эта дева. Мы, кстати, в следующий раз будем говорить о том, кто же этот служитель, 53 глава о нем. Но пока Вопрос о том, кто это дева, которая в очреве примет и родит сына. И ответ наш на вопрос о том, кто это дева, определит и наш ответ на вопрос, кто этот сын. Теперь давайте для этого более пристально посмотрим на седьмую главу. Тут, кстати, такое исключение. Исай очень четко говорит, когда это все происходило. И было в дни Ахаза. Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. То есть сирийцы, а, а, арамейцы, а, арамейцы и израильтяне атаковали в одни царя Ахаза. Это где-то 735 год до Рождества Христова. «И было возвещено дому Давидову, и сказано, сирияне расположились в земле Ефремовой, и восколебало сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». То есть они не могли завоевать Иерусалим. Но об этом сообщили Ахазу, представителю дома Давида, и Ахаз был потрясен до глубины души. Но Ахаз — нечестивый царь. Мы это с вами помним из четвертой книги царств, глава 16. И вот Ахаз, который буквально дрожит от страха, и Господь посылает Исаю для того, чтобы пойти и ободрить Ахаза. Он говорит, «Выйди ты и сын твой навстречу Ахазу, к концу водопровода Верхнего пруда». Кстати говоря, тут один из сыновей упоминается, другой также будет упомянут. Имя первого сына, кстати говоря, означает «остаток вернется». Остаток вернется. Итак, задача Исаии, которого имя переводится как «Бог спасает», и его сына, имя которого переводится как «Остаток вернется», прийти и утешить царя, скажи ему: «Наблюдай и будь спокоен, не страшись и да не унывает сердце твое от двух концов этих» дымящихся главней, то есть от э, Рецина и от э, царя Израиля. И очевидно, что у них есть план, но седьмой стих Господь говорит, что этот план не состоится. План заключался в том, чтобы снять с престола Ахаза и поставить э, свою марионетку, но Ахас, ты, конечно, не но ты ведь все равно сын Давида. И вот это предложение царя сирийского царя и царя израильского, оно не пойдет. Потому что они пытаются уничтожить династию Давида, они пытаются уничтожить Дом Давидов. Так что, Ахас, я тебя буду защищать, говорит Бог: не потому что ты такой праведный, потому что у тебя никакой праведности, никакого благочестия нет. Но ты сын Давидов. И поэтому их эм, мысль, их план разрушится. Доверяй мне. А, я сын Давида, спасибо тебе, Господи, мне это очень важно. Проблема заключается только в том, что Ахас неверующий, и Бог знает, что Ахас неверующий. Так что никакой уверенности, никакого доверия со стороны Ахаза не будет. Ахаз не умеет уповать на Божье Слово. И вот Девятый стих, его можно переводить и так. Если вы не уверуете, то вы не останетесь в живых. А потом Бог совершает жест великого милосердия. И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси». Или в глубине, или на высоте. То есть от могилы до небес. Все что угодно, тебе будет знамение. Ничего себе. И сделай что-нибудь посложнее. Иными словами, проси знака, подтверждающего, что исполнится Божье Слово, что дом Давида не истребится. И Ахаз вдруг становится духовным человеком. И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Да, конечно, искушать Господа нельзя. Кроме тех случаев, когда Бог сам этого просит. Бог сам на это настаивает, чтобы этот, этот знак был великим, чтобы было что-то такое, что только Яхва может совершить. А Ахаз говорит, «Не-не-не, я не буду Искушать Бога и не буду испытывать Бога, потому что Ахас не хочет верить Слову Божьему. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов. Разве мало для вас затруднять людей? Иными словами, я думаю, что до этого момента он обращался к Ахазу как э, личности, к Нему одному, в единственном числе. А теперь это уже вы. То есть вы затрудняете людей. Вы также затрудняете Бога. А по этой причине Бог сам даст вам знамение. То есть, поскольку вы отказываетесь просить знамени от того, что Бог разрушит этот заговор против дома Давидова, я сам дам вам знамени, которое станет гарантией того, что сын Давида будет на престоле вечно. Это не про Ахаза лично, это про весь дом Давида, который он представляет в данный момент. Итак, сам Господь даст вам всем знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он, то есть этот ребенок, этот сын, будет питаться молоком и медом, доколе не, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Это идиоматическое выражение, определяющее моральное развлечение, развлечение добра и зла. Иными словами, когда ребенок, родившийся у этой девы, научится разделять добро и зло, вот до этого момента он будет есть молоко и мед, и тогда в то время земля будет под теми же проблемами, под подобными же внешними завоевателями, какие были в Израиле во времена Ахаза. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». То есть к этому моменту можно сказать, что речь идет о чудесном знамени, которое устраивает сам Бог Яхве. Он говорит, «Я дам такое знамени, которое никто другой дать и осуществить не может». И слово «альма» на греческом языке «дева», что оно значит? Оно значит буквально «молодая девушка». Этот термин, это слово использовано в Ветхом Завете 4-5 раз. Это «девушка замужнего возраста», то есть возраста, когда ее можно выдавать замуж. Девушка, которая готова к тому, чтобы ее выдали замуж, но она еще не выдана замуж. То есть эта молодая девушка, естественно, девственница. То есть девушка, которая готова к браку, но еще не выдана замуж, естественно, она девственница. И она родит сына, и имя этому сыну Эммануэл, Эммануил, Бог с нами. И к тому моменту, когда сын достигнет возраста нравственной подотчетности, вот эти цари, которых Ахас так боится, много лет, как уже исчезнут. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени, со времени от падения Ефрема от Иуды. Наведет царя Осири, ассирийского. И будет в тот день и так далее. А об этом мы читали, кстати говоря, в 4 книге Царств, 16 глава. Ахас пытается откупиться пытается стать вассалом Ассирии, но ничего из этого не удается. То есть он, конечно, останавливает этот заговор, но э, в результате он не доверяется Богу, он доверяется своим собственным хитростям, и в конце концов э, таким образом ассирийцы подошли еще ближе э, к Дамаску в 722 году до Рождества Христова. Они взяли часть северного царства. Что дальше? Что они еще захотят забрать? они захотят забрать землю. Собственно, так они потом и поступили. Именно это и предсказывал Исаия. Именно об этом говорится дальше о ближайших последствиях, о ближайшем суде, который придет еще во времена Ахаза. Суде, который придет через Ассирийцев. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А теперь давайте вернемся к тому вопросу, который уже поставили. Кто этот ребенок? Кто это дитя? Рукер придерживается третьей позиции, позиции под пунктом С, это ребенок, который родился у какой-то женщины во времена Исаии, потому что это ä, знак для Ахаза. Но мы-то с вами говорили, что, скорее всего, этот знак не для, Ис... не для Ахаза напрямую. Это знак для всего дома Давида. Представителем его действительно был Ахаз, но был также знак для Ахаза, было знамение для Ахаза. И был сын, который родился для Ахаза, 8 глава с 1 по 4 стихи, это второй сын Исаи, Магер Шелал Хашбаз, быстрый как красота, быстрый как дикое животное, так переводится его имя. Это тот самый сын, который родился для Ахаза. В данном же вопросе я скорее солидарен с Янгом и, наверное, со Смитом тоже. Это прямое указание на главного сына, который станет гарантией престола Давида, который родится у Девы в будущем. Это 9 глава, 6 и 7 стихи. Этот сын, этот младенец — будет с нами. Владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник Бог крепкий, отец вечности, князь мира. И чтобы быть ортодоксальными, нужно занимать позицию Б или С. Нельзя просто сказать ребенок Ахаза, нельзя сказать ребенок Исаия. В конце концов, есть ведь Евангелие от Матфея, где говорится после зачатия Иисуса и о том, что исполнилось Исаия 7.14. То есть, либо это некий прототип, либо более чем прототип. Я думаю, что в Евангелии от Матфея все очень четко показывается. Это фрагмент, указывающий на Иисуса Христа. И я считаю, что лучше всего понимать его прямо, это эксклюзивно мессианский фрагмент. Есть один сын, который исполняет седьмую главу Исаии. Есть только одна женщина и один сын. Это Мария и Мессия Иисус Христос, которые есть Божья гарантия того, что дом Давидов никогда не будет уничтожен. Ни один замысел против правления Давида не может сбыться, потому что есть гарантия, есть Мессия. Но каким же образом это знак для Ахаза? Я отвечаю на это так. В ближайшей перспективе это вообще не должно было быть знаком для Ахаза. Был ли Ахаз жив, когда родился Мессия? Нет, конечно. Когда приходит Сын Божий, Ахаза уже нет живых. Когда начинает служить э, Сын Божий Иисус Христос, уже нет ни Ахаза, ни царей, которые ему противостояли. То есть э, все они уже там э, сгнили. Но я бы сказал вот что. Я бы здесь немножко, кстати, поспорил с Рукером. Я бы сказал, что этот фрагмент эксклюзивно мессианский. А времени у нас больше не осталось на продолжение дискуссии. После занятия, если хотите, подойдите, задайте мне вопросы или начнем с вопросов, с вопросов на следующей неделе. Но ключ на самом деле, я думаю, вот в чем с 13 стиха 15. по 15 стих перед нами как будто абсу... такое отступление от темы. Как будто Исаия говорит к другой аудитории, не к тем же, к кому обращается в 16 стихе. Уж точно не к Ахазу. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.